Часть 3. Взлеты и падения. Оп! Ой! Борис Волк, спасибо тебе, дружище, что меня вытащил. Если бы не ты, меня б, наверное, сожрал чернильный монстр. Новая цель — свалить из безопасного места. Но зачем? Здесь же так хорошо. О, роскошные часы только бесят меня своим тиканием. Кость. Зачем у меня здесь кость в комнате? Книжечки. Ладно, пойдемте отсюда. Да. Даже здесь отовсюду брызжет чернила. Борис, ну мог бы хотя бы свои семейники спрятать. А то развесил тут свои труханы. Опачки, в туалете зеркало разбито. А, подождите, а где я? А где мое отражение? Я что, вампир, что ли? Ладно, пойдемте в туалет. Опачки, закрыто. О, здесь хоть открыто. Ой, с облегчением меня. Там кто-нибудь есть? Кто там закрылся? Эй. Открывай давай. А погодите, там никого нету. Но что-то есть. Я вижу, что там в унитазе что-то лежит, но понять не могу, что. То ли шляпа, то ли что такое там. Ай, ладно, неважно. Борис потом разберется с этим унитазом. Может, это он что-то туда затолкал. Опачки, Борис. Ну, здравствуй. Уютненькое ты себе местечко тут отбил. Слушай, действительно безопасное. Ладно, не буду тебя отвлекать. Слушай свою музыку. Какая футуристическая картина. Так, просто я отсюда не выберусь. Нужно найти рычаг, чтобы открыть эту дверь. Наверняка у Бориса он есть. Новая цель. Найти рычаг от двери. Эй, приятель, ты случайно не видел рычаг от той двери? Ну да, так просто ты мне его и отдал. Может, я приготовлю тебе что-нибудь поесть? Я так и думал, киваешь головой. Ну что ж, посмотрим, из чего я смогу сделать тебе поесть. Кажется, я где-то видел банки с супом. А вот и он. Круто. А что это такое? Выглядит жутковато. Не будем вдаваться в подробности и продолжим готовить суп. Борис, колись. Куда ты еще засунул банку с супом? Вот еще одна. Должна быть третья. Я помню, что было три. Может, у меня в комнате? А, точно. Последнюю банку я засунул себе в сундук. Только зачем? Наверное, на черный день. Ух, сейчас такой супчик сморганю. Такое ароматище будет стоять. Да, Борис, ты сейчас оближешься. О! Чую-чую запашок. Прям благоухает. Суп с беконом. Ну что, Борис, отведаешь? Надеюсь, ты не траванешься. Держи. Опачки. А вот и сундучок с рычагом. Спасибо, Борис. Ты давай там, кушай-кушай. Для кого суп-то варил? Как влитой. Ну, типа, на выход. Ой-ой-ой-ой. Ты уверен, что готов покинуть безопасное место? Главное, вначале говорили, покинь это место, а теперь, а ты уверен? Я как бы ни в чем не уверен сейчас. Но хочу посмотреть, что у вас здесь есть. Главное не заблудиться. Супчик это всегда Ты зачем двери закрыл? Борис, ты так уверенно туда пошел? А я что-то стремаюсь, тут такие клетки стрёмные. На них, кстати, написано «вкусный поглощатель». Типа закос на автоматы, да? Хотя, похоже, больше на камеру пыток. О, плакатик с Бенди. Ну чего, Борис, встал? Боишься, да? Маленькое чудо. Больше на гроб похоже, не на... А, Бенди. Ты тут на чудо смотришь свое, да? Больше похоже... О! Знаете, больше похоже на деревенский туалет. Борис, ну как? Если чё, я буду тут заседать, когда я слишком испугаюсь. О, похоже, дальше слишком темно. Нужно найти какой-нибудь фонарик. О, вот этот подойдет. Блин. Как тут мрачно. Всякие механизмы, посмотри, круто сделано. Ты чё опять дверь закрыл? Эх, Борис, вечно ты любишь двери за собой закрывать. А если вдруг сейчас кто-нибудь нам тут встретится, как мы обратно пойдем? Вроде бы это чернильная студия по рисованию мультиков. А такое ощущение, что я на каком-то чернильном заводе, блин. Ладно, хоть с
супы тут есть. С голоду точно не помру. Борис, ты так не крадись. А то, не дай боже, бедой запахнет. Беконным причем. Сколько же здесь бекона и отравы. Опачки. Ты это слышал, Борис? Кажется, кто-то шалит наверху. А еще мне кажется, что я разговариваю сам с собой. Потому что Борис какой-то немой. Вот это рэпчик. Кажется, я разговариваю сам с собой, потому что Борис какой-то немой. Зашло, да? Зашло. Вот это поворот. Закрыто. Борис? Ты чё, ногти грызёшь? Борис? Хорош? Я понимаю, что ты нервничаешь, но не такой же степени, чтоб ногти грызть. Хорошо, хоть в носу не ковыряешься. Слушайте, а здесь нету даже чернил. Оп. Что произошло? Да Борис, сколько раз я тебе говорил, не закрывай за собой двери. Ну вот, теперь мы в тупике, Борис. Чего делать будем? Есть идеи, а? А ну давай, полезай в вентиляцию. Держи мой фонарик. Чё-то мне как-то тут стремновато, Борис, ты если чё там кричи, а? Ну вот, я один. Борис! Ау! О, слава тебе, Господи! Фух, я уж думал, всё. Я тут точно загнусь с концами. Нужно найти Бориса. Куда он мог деться? Что это за помещение? Ух ты! Офигеть! Я вообще не помню ничего такого. Когда они успели построить это помещение? Сколько игрушек. Я словно в раю. Вот только фонтан из чернил все портит. Бенди. Борис, по-моему, ты слишком поправился. О, детская комната. Тише, 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 тише. Я слышу, что кто-то поет. Я лучше спрячусь. Чей это голос? Откуда он? Все, затих. Какие-то здесь странности происходят. И я, конечно, это еще раньше понял, но сейчас это больше будоражит мою кровь. А может, я здесь останусь, а? Буду играть с плюшевыми игрушками. Вот, например, вот с таким вот черным жирным Бенди. Ладно, надо двигаться дальше. Рычаг, который я почему-то не могу повернуть. А провода идут за угол. А это прибор, который отмечает, когда ты на работу приходишь. Ух ты! Это же станки по производству плюшевых игрушек. И почему всегда что-то блокирует мне проход? А я-то упертый, мне же нужно пройти. Ладно, будем сейчас туда пробиваться. Что мы здесь имеем? У нас здесь куча инструментов, станки, куча плюшевых игрушек. На лесенку не могу забраться. Work hard, work happy. Работа сложна, но она в радость. Вот с таким девизом здесь трудились. Блин, как же мне туда пройти-то? А, там же был рычаг. Надо бы на него посмотреть. Так, не в эту сторону. Давайте-ка отметимся. Похоже, ничего не происходит. Я могу так делать до утра. И сколько угодно. Кажется, я залип. Ну все, поиграли и хватит. О, наконец-то рычаг активен. Новая цель. Почините игрушечную машину. Это я умею. Сейчас что-нибудь починим. Так, энергия поступает по проводам. Рычаг я пока не могу включить. О, кассетник. Короче, ничего интересного на этом кассетнике не было. Опачки. Ага, значит, сюда кто-то специально ее положил. Чтобы застопорить машину. Все ясно. Теперь я знаю, как запустить эту машину. Нужно просто вытащить все игрушки.
Ну-ка. А вот еще одна. Да. Ну что, Сим-Сим, откройся. О, да. Стопэ, мне не это место нужно. Здесь я уже все послушал, мне это не интересно. Мне нужно туда. Надеюсь, что та дверь точно открыта. Иначе зачем я туда ломлюсь? Ладно, пойду попробую дернуть и еще разок рычаг. Наверняка это мне поможет. О, точно. Чуть-чуть не хватило. А ну-ка еще раз дернуть. И... путь открыт. Что же там нас ждет, а?